One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Привет! Можно к вам гости? Конечно! Нужно! Добро пожаловать в Медиапро! А с чего начинается день в Медиапро? Начинается день с нашего прихода и обнимашек. Также приветствую нашу любимого администратора Мирей. Девочки, а что такое комплексное обучение? Комплексное обучение – это обучение в трех направлениях сразу. В нашем случае это вокал, хореография, актерское мастерство. В этом есть свои плюсы и минусы, потому что минус в том, что иногда бывает устаешь от этого. А плюсы – это то, что ты сразу развиваешься в трех направлениях и находишься в новых друзей. И знаешь, чем хочешь дальше заниматься. Девочки, скажите, возможно ли вообще, допустим, научиться танцевать, если ты никогда раньше не танцевала? Ну, конечно. Да, 90% новеньких в Медиапро не умеют танцевать. И за полгода они дают хороший результат. Вот и наши мальчики, школьники. Девочки, а как вы стали проектом DAUS? В начале года объявили битву за продюсирование. Это вот все наши стажеры, которые также боролись за продюсирование. Но среди всех выбрали именно нас. И мы этому очень рады. С этого года мы сейчас уже проект DAUS. Еще это второй проект, который мы делаем. Это мы! Фотосессии волоса. Это был очень запоминающийся день. Комплексы. Как артисты справляются с комплексами? Нам в этом помогает актерское мастерство. И ты, если так комплексован, то ты не умеешь, не сможешь нормально петь, танцевать и так далее. Актерское мастерство помогает более развиваться, не стесняться, также хорошо вести себя в окружении и становиться более раскрепощенным. Сейчас мы хотим показать кусочек нашей жизни. На данный момент мальчик Вакил занимается самостоятельной работой. Ватхил занимается сценическим боем. А вокал или хореография? Достаточно сложный вопрос, на самом деле. Думаю, для нас, для всех, это очень сложный вопрос, так как мы уже очень давно занимаемся и вокалом, и хореографией. Да. И поэтому мы любим оба этих направления очень сильно, так как мы еще являемся вокально-хореографическим герлс-бендом. Это немало важно. Да. Чтобы выбрать сложное. Мы сейчас идем в кабинет вокал, поэтому знаю. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы сейчас на уроке вокал. Это первый проект у меня про Лавет. Наша любимая группа куда? Сколько надо времени, чтобы научиться петь? Научиться петь. Но это зависит от каждого человека, от его возможностей. Это все это индивидуально. Главное ваше желание, ваше трудолюбие, и все получится. Пошли! Девочки, спасибо за экскурсию. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы попасть к вам? Нужно огромное желание сделать лучше себя. Да, и нужно невероятное стремление. Вот тогда сможете стать одной из нас и попасть сюда. И также у нас для вас очень хорошая новость. Если вы хотите попасть в фестиваль, тогда не упускайте свой шанс. В феврале у нас будет кастинг сюда, поэтому ждем вас.